З 10 грудня в Україні вступив у силу закон, який обмежує розповсюдження пластикових пакетів. Тепер один такий пакет коштуватиме щонайменше 2 гривні. А до кінця року Україна взагалі має відмовитися від пакетів, що шкодять екології. А як ви ставитеся до подібної ініціативи? Та чи готові самі відмовитися від пластикових пакетів? Так, звісно, це не дивно те, що зараз є екологічна тема, тому що моє покоління та люди, які деякі на декілька років старше мене, вони вже, ось я пам'ятаю зі школи, нам казали, що екологія треба врятувати ресурси, тому що ми то можемо помремо, а нашим дітям тут жити. Я повністю підтримую заборону використовувати пластикових пакетів, сам користуюся паперовими або сумками. Сама проблема, ну, такая вот, как бы актуальная, но я не вижу это выход из положения. Я бы больше видела перерабатывающий завод, видела первое, потому что взять, как бы, вот я сейчас прихожу, да, я беру все равно свои пластиковые пакеты и прихожу, беру картошку, буряк, все. Я только из-за принципа я не буду покупать в супермаркете эти пакетики по одной причине, потому что не должно быть это. Все равно эти пакеты заложены в товар. Все равно это... И почему в больших магазинах, да, в торговых тебе дают упаковку бесплатно? Потому что ты покупаешь их товар. Ну, вот зайдите в любой магазин. Тебе упакуют красивенько и дадут, потому что это, ну, это мое лицо. Лицо магазина. Я сам эту идею поддерживаю. И по возможности по субботникам мы собираемся и убираем мусор. Мы убирали на Чкаловском пляже, санаторий имени Чкалова. Безумно, очень много мусора. Я хочу, чтобы тоже люди присоединялись и вместе. Очень много сделали, можно очень большое сделать вложение в это все, потому что сейчас море выбрасывает этот весь мусор на берег. Мы прошлись буквально за 2 часа, нас было человек 30, мы убрали просто горы мусора и вывезли целый КамАЗ. Просто с одного кусочка пляжа. Строить там мусоросжигательные фабрики я против. Сегодня 21 век, и желательно государству думать о том, Украине, думать о том, чтобы делить отходы на 3. Но только создать надо людям условия, чтобы люди знали, что они могут 3 пакета иметь. Эти пакеты разойдутся, как горячие пирожки. Эта программа сложная, очень серьезная, но надо думать не о пиаре, надо думать о планете, о своем государстве, о людях. Ну, это давно надо было сделать, вы знаете, потому что мусорок, ну, свалок как таковых в Одессе и в Одесской области, и мусороперерабатывающего завода нет, а этим все завалено. Вот и все. Это надо было сделать еще 10 лет назад. Отношусь очень положительно, потому что действительно это большая проблема во всем мире уже. Пластик не разлагается. Вот когда сделают все биоразлагаемые пакеты, тогда, думаю, к этому, когда придем, будет все замечательно. А пока мир в ужасном состоянии.